Всем привет. Мы опять в гостях у дельфина. И сегодня Алексия с Алиной будут плавать. Дельфинчик. Ты ж геройская девочка, ты что, забыл? Так хотела встречи с дельфином, а теперь боится. Присаживайтесь рядом с Евой, не колите. Просто присаживайтесь. Нет, не давайте вы сначала. Давай я. Садитесь на коленки поближе к Еве. Прям вот, обнимайте Еву сюда. Аккуратик. Пойдешь, рядышком сядешь? Алексей, давай. Он же добрый. Да, смотри, он мама уже не кусает ничего. Прям вот голову на него положить. Боится. Сделайте мама, пожалуйста. Я снимаю. Ну, заходи. Где твой фотоаппарат? Заходи, пообнимаешь дельфина. Вместе. Тут у них фотосессия. Сейчас момент. Исполняется. Алина плавает с дельфинами. Так, пускайте. Спускайся вниз. Идешь? Давай иди. Осторожно. Иди к маме. Значит, Алина, вы ее можете посадить себе на спину. Она будет держаться за вас, а вы за дельфином. Пойдем? Садись, маме, на спину. Покатайся, попробуй. Давай. Алексей очкует. Вот так. Да? Молодец. Мама боевой ослик. Дома, если честно, она очень хотела, там ждала этого момента, когда придет наше время. А вот тут что-то очкует. Берите дельфина за руки, вот она вам подставляет. Отходите к ней, стесняйтесь. За одну, за вторую, вот спереди. Вот как на велосипеде, да. Только ниже. Корпусу. Не забудьте, да. Ложитесь на руку. Все, поплавайте. Эти андеры прям какие-то. Все.
страшно. Теперь точно так же берите матку за руки, спуститесь ниже, переворачивайте ее, возьмите за руку снизу. Вот за руку, да-да-да. У меня сеанс одновременной игры, я снимаю там фотографии и вам видео. Не сложилось. Вот они красавчики такие. Так, сажайте сюда ребеночка, ты что, замерзла? Садись на ступеньку. Опять берете за спины, делаем плавание, когда я крикну, отпускайте, опустите и встанете в это место. Не, они сейчас подойдут, вы там оставайтесь. Все, берите. Да, любого, второй подойдет. Берите за плавание. Вот. Ну, повернитесь к ним. Да, вы же плавали уже. Берите одного, второго, погнали. Чего ты, мама плавает, а ты не хочешь? Боится, трясется что-то. Ваня тоже не боялся, малыш. Пойдем посмотрим. Сейчас будет, наверное, представление какое-нибудь. Сейчас какой-то будет представление. Они ведут. Хорошо. Проходите между ними. Между ними проходите. Вот такое вот шоу маленькое. Присядьте здесь, обнимайте. Подойдешь, погладишь. Олег, сойди. Смотри, как я маму катаю. Глазки сюда на родителя. А теперь сильно-сильно улыбнитесь. Ну еще сильнее. Можете. Плохо сознание. Есть? Есть. Хорошо. Уже раз 20. Прямо между дельфинами. Какая-то пилька. Досталась только одному дельфину. Становитесь на ступенечку. Поворачиваемся к дельфинам. Громко говорим пока-пока, и уходим. Сейчас у них это я уже знаю. Наши дельфины пока-пока. Вот такой вот маленький шоу. Все, теперь всем пока. Вот такие вот красавчики. Ага, ничего себе.